Приветствую всех, братья и сестры, дорогая церковь. Поверни своему соседу, улыбнись, скажи, рад тебя видеть. Скажи еще, все будет хорошо. Обязательно скажи, все будет хорошо. Меня зовут Павел Анатольевич, мне 51, уже скоро 52. У меня трое детей, трое внуков. Старшего внука зовут тоже Павел, Назар и Яша. У меня замечательные родственники Александр Викторович и Людмила Александровна. Благодаря, наверное, им я здесь. Я бы, наверное, не приехал сюда, если бы не... Это они меня сюда вытащили. И... Слава Богу, я рад. И я благодарен за моих друзей Саша и Катя. Вы знаете, а почему я сказал... Скажи, улыбнись, скажи, что все будет хорошо. Я вот Сашу помню очень давно, и такой момент был в моей жизни. Машина была у меня RAV4, знаете, колесо сзади такое еще, с крышкой. И я как-то выхожу утром, открываю, так легко дверь открывается, что-то не хватает, думаю. Открываю эту крышку, колеса нет, украли. Думаю, как же я без запаски, нужно далеко ехать. И вот такой озабоченный, еду на рынок, думаю, сколько же она стоит. И такой, ну, подгрузился этим обстоятельством. И с рынка выходит брат Саша и улыбается. И вот эта улыбка, я его помню, улыбка. Павел Анатольевич, как дела? А я, да вот колесо украли. Да не переживайте, все будет хорошо. Приносит, дает мне это колесо. Я так запомнил вот этот момент. Как мало нам надо, да, порой просто сказать, все будет хорошо. И он просто благословил меня этим колесом. Спасибо, Саш. Вот помню этот момент. Он, наверное, уже забыл, но я помню вот это, знаете. Российская церковь в этом году обозначила год служения ближнему. Вы, наверное, знаете, в курсе. И вот в рамках этой темы я хотел бы сегодня делиться Божьим Словом, говорить о отношениях, о служении ближнему. И моя проповедь я назвал «Как приобретать души». Недавно я слушал Симоняна Артура, он сказал такую интересную истину. Они провели небольшое исследование, опрос среди неверующих. Они спросили, кто такие верующие люди, по-вашему? И знаете, как неверующие сказали? Половина сказали, что это странные люди, а вторая половина сказали, что это люди, которые не пьют и не курят. И кто-то там несколько сказали, что это добрые люди. И, наверное, это отображает... Вот этот опрос отображает картину в целом, показывает взгляд со стороны на наше современное сегодня христианство. Я думаю, что наше с вами христианство, оно не заключается в том, чтобы мы жили, были свободны от курева, от водки, от наркотиков, просто жили такой, знаете, хорошей жизнью, потому что в этом мире, особенно здесь, в Сочи, так много людей живут, ведут здоровый образ жизни. И так много последователей этому сегодня есть, так или нет? То есть наша с вами жизнь, как верующих людей, как людей, которые идут на небо, и мы хотим с вами разделять вечность, она не заключается в том, чтобы вот такими быть здоровенькими, хорошенькими, постоянно вот Нет, наша жизнь состоит из чего-то большего, Бог призвал нас к чему-то большему. И поэтому я хотел бы сегодня об этом говорить. Отношение к ближнему. Отношение к ближнему, оно спроецировано Богом. Бог смотрит на наши отношения с Ним через отношение к брату, к сестре, к ближнему. Особенно по отношению к тому, кто
меньше нас. Есть такой термин в Библии, кто сделает одному из малых сих. Помните, в Луки в 10 главе приходит законник к Иисусу и спрашивает, написано, искушая его. Говорит, что делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Знаешь заповеди? Знаю. Возлюби Господа всем сердцем. Возлюби кого? Ближнего. Как самого себя. А кто мой ближний? И по этому поводу Господь рассказывает ему притчу. Говорит, некий человек шел с Иерусалима, с поклонения в Иерихон. По дороге напали разбойники, избили, изранили и бросили там, у обочины, умирающим. Прошел некий священник, прошел мимо по случаю. Левит тоже прошел мимо. И шел некий самарянин. Увидел его. Каким он его увидел? Лежащим, беспомощным, в крови, умирающим. Он взял вино, промыл раны, елей, взял его, отвез в гостиницу, заплатил хозяину гостиницы, обещая, что возвращаясь еще издержки покрою. Это, конечно, в этом есть прообраз того, что Господь делает нам с вами. Он тоже взял своей кровью, омыл нас, духом помазал, поместил нас в гостиницу, в церковь и сказал, я вернусь за вами. Так вопрос, кто же мой ближний? Я хочу сделать акцент. Вот этот лежащий. Знаете, у нас ближние есть те, которые меньше нас, и у нас ближние есть, кто больше нас. И те, кто больше, мы обычно так уважительно, мы думаем, что им сказать, а что им не сказать. А кто меньше, мы можем позволить себе некие вещи. И вот этот Бог смотрит сквозь призму отношений к меньшему, не к большему. Лежащим тем, кто беднее, слабее, не такие умные, такие подчиненные, дети, сотрудники, вот сквозь призму вот этих отношений Бог смотрит на нашу искреннюю любовь к Нему. И Он задает вопрос этому же законнику, который должен был это знать. Так кто же, по твоему мнению, твой ближний? Так полагаю, тот, который оказал милость. Знаете, здравый смысл и совесть, и сама жизнь, и все говорит об этом. Вот этот крест, который перед нами, крест Господа нашего Иисуса Христа, он символизирует наши отношения с Богом и наши отношения друг с другом. Они восстановлены благодаря крови Христа. Бог дал нам служение примирения. Библия говорит, будьте в мире со всеми, если возможно, с вашей стороны. Стремитесь к миру, будьте людьми мира, стройте отношения, не умеете строить, учитесь строить. Мы придем еще к вопросу, как приобретать души, но нам нужно научиться любить друг друга прежде всего. Вмещать слабых, нести, может быть, каких-то не таких умных, покрывать любовью, прощать, нести, вмещать в сердце. Это говорит и учит нас Священное Евангелие, ближний. И, наконец, друзья, знаете, когда мы говорим о том, что мы хотим приобретать души, помните, Иисус говорит, Царство Небесное подобно неводу. Невод, сеть. Почему такой пример? Наверное, наши отношения с вами, вот эти связи, и представляет вот этот невод. Для того, мы церковь, когда мы, как Иисус сказал, потому узнают, что вы мои ученики, что будете иметь между собой что? Любовь. Не потому, что у вас красивое такое здание, не потому, что, я помню, раньше на Украине, еще в советское время говорили, о, иди туда, к штундам, они помогут, они друг другу дома строят. К верующим, идите, они помогут, они дома строят друг другу. Когда между вами будут отношения, любовь, вот эта сеть, невод, тогда души будут приобретаться. Тогда вот эта церковь будет притягивать людей сюда. О, там верующие. Вы знаете,
Быть миротворцем – это самое высшее служение. Пастор – это как должность. Епископ – это тоже как должность, наверное. Ну, призвание, должность. Но быть миротворцем должны мы быть все. К этому все мы должны быть стремиться. Миротворец в своем доме, миротворец в своей семье, миротворец на работе. Быть миротворцем. Кто я? Тот, кто сею семена раздора, подозрения, лукавства, либо же я постоянно тушу какие-то пожары, кого-то успокаиваю, кого-то примиряю, кого-то уговариваю, не делай этого, не разводись, не уходи, не бросай. Кто я? Какое мое служение? Вот Бог смотрит на наше с вами служение. Помните, Матфея 5:9 написано, там начинается блаженны, кроткие, плачущие, там блаженные чистые сердцем, а 9 стих – блаженные миротворцы. Это, знаете, как ступени, а высшая ступень – быть миротворцем. Иисус был великий примиритель. Он с собою примирил мир с Богом. Мир был враждебный, в грехе. Противниками были. Апостол Павел говорит, мы были по отношению к Богу противниками, мы воевали с Ним, а Бог примирил с собой мир во Христе. Знаете, в истории было много замечательных людей. Я помню, читал, был такой в советское время, Министерство иностранных дел возглавлял Андрей Андреевич Громыко. Слышали, да? 28 лет он занимал этот пост. Так вот, его девизом, он был выдающийся дипломат. Сегодня многие дипломаты смотрят, учатся у него. Его девизом было лучше 10 лет переговоров, чем один день войны. Именно ему принадлежит заслуга предотвращения Третьей мировой войны. Холодная война не перешла в Третью мировую, когда 1 августа 1975 году в Хельсинки был подписан пакет документов о ядерном оружии. Именно в 1967 году, благодаря его переговорам, не стало войны между Индией и Пакистаном. Представляете, если бы Индия и Пакистан, они сошлись и начали воевать. И также в Израиле не началась война в 1983 году, благодаря его вмешательству. Были многие такие великие, как Франклин, Корчаков, которые сейчас на них смотрят, это выдающиеся люди, дипломаты. Но Иисус Христос, величайший примиритель, с собою примирил мир. Представляете, в какой вражде, в какой бездне мы с вами находились, все человечество, а Он с своим приношением. И Библия говорит, Он дал нам какое служение? Служение примирения. Мы всю жизнь должны учиться строить отношения. Мужья и жены всю жизнь учатся строить отношения. Бог помещает нас в семью, в социальную среду. Бог помещает нас в школу, в садик, я не знаю, в институт, на работе. Везде нас Бог помещает в среду социальную. Мы созданы, мы, человек, это социальное существо, прежде всего, чтобы мы учились жить. Когда в семье, знаете, двое-трое детей, и они уже делят между собой, они уже учатся жить. Когда один вырастает, и он все себе любимому брал всегда, ему сложно это понять потом. Но когда с ранних лет ты понимаешь, что у тебя есть братик, сестричка, что ему тоже что-то нужно, Бог учит нас этому и сегодня, и сейчас, и неважно, 50 тебе, 70, 80, Бог учит нас, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы умели жить друг с другом. Аминь. В мире бизнеса то же самое. Я помню, уже давно как-то с одним бизнесменом такого, знаете, ну, не среднего, а, наверное, повыше ранга разговаривал. Он сказал мне такую странную фразу на то время, я ее понимаю сейчас, такую короткую, простую фразу. Он говорит, знаешь, Павел, бизнеса нет, есть отношения. Я понимаю, что такое. Я помню, когда-то в Соединенные Штаты приехал в гости, и рассказывает случай, выходец из Советского Союза, там приехал, устроился на работу к какому-то заправщику,
И, знаете, решил там сделать, ну, хорошее для своего хозяина, не подливал немножко бензин, и потом решил похвастаться. Я вот там вот сэкономил. Хозяин говорит: ты ненормальный, что ты сделал? Говорит: повесь объявление, что колонка сломана, не работала, и все, кто мы возвратим, компенсируем там несколько раз, знаете, как Закхей, то вчетверо возвращу. И тот не понял сразу, а вот так там бизнес. Вернуть, чтобы всех вернуть, кто там заправлялся. То есть везде мы учимся, везде нам нужно иметь в основе вот эту заповедь по отношению к ближнему, особенно тем, кто там ниже. Не те, кто выше, а те, кто ниже. Когда в твоей воле, в твоей силе, в твоей руке. Я хочу поделиться одним случаем Священного Писания, который, на мой взгляд, является, ну, таким замечательным примером того, как приобретать души и как строить отношения. Я думаю, вы знаете эту историю, книга Руф. Есть такая замечательная история в первой главе. Кто-то читал Руф, женщина по имени Руф, моавитянка, в Библии, в Священном Писании? Я не буду вам читать всю историю, зачитаю вам 16 стих. Написано так: «Но Руф сказала Наимине, своей свекрови, послушайте, не принуждай меня оставить тебя, возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там я умру, погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает, смерть одна разлучит меня с тобой». Это свидетельство женщины, моавитянки, язычницы, не из Божьего народа. Вот такие замечательные слова она сказала, и мы ее знаем такой, благодаря вот этому свидетельству. Я вам вкратце не буду читать, но расскажу предысторию. Некий человек, случился голод, написано, в земле Ханаанской. Знаете, это уже странно, что голод в земле Ханаанской, в земле, где течет молоко и мед, случился голод. И там жил человек по имени Элимелех. Его имя означало «Бог мой царь». И вот этот человек, глава семейства, у него двое сыновей, жена, Наиминь. Он принимает решение тому, чтобы оставить Вифлеем, город хлеба, вы знаете. Вифлеем – это прообраз, наверное, церкви. Оставить и пойти в места, где больше хлеба. Так вот, Библия говорит, что они ушли не в такой крайней нужде, когда, знаете, люди вообще уже не за что жить никак. Но как сама Наиминь свидетельствовала потом, мы вышли с Вифлеема как? С достатком. Что значит? То есть у них было на пропитание, может быть, хлебушек был, масло было, не было сыра на масло, знаете. Как иногда люди привыкают жить хорошо, а потом, когда чуть похуже, они уже начинают колебаться. Так вот, не такая крайняя нужда была, но он, Элимелех, принимает решение оставить Вифлеем и поехать на Моавитские поля, чтобы жить там. Для евреев это было неправильно, это было чуждо. Во-первых, Бог определил для них лучшую землю, ханаанскую, Вифлеем, дом хлеба, церковь. Ходи в эту церковь, молись в этой церкви, служи в этой церкви. Может быть, не все тебе нравится, еще не все вмещается, не все понимаешь, но будь в этой церкви, потому что это лучшее место для тебя. Не ищи для себя каких-то лучших мест. Но он принимает решение. Бог был царем, но, видать, не во всех сферах жизни. Когда немножко хуже стало, когда сыра не стало на хлебе с маслом, уже, Господь, я тут сам для себя решу, определюсь. Пойду куда-то поживу. И едет туда. И вы знаете, что там случается на Моавитских полях? Библия говорит нам о том, что умирает Элимелех. Он там умирает. Хочу спросить, как вы думаете, думал ли он, что он не вернется больше? Наверное, нет. Он думал, я там поживу,
проведу там бизнес, поживу там, сделаю вот это, и вернусь. Но он умер там. Я ставлю это для вас без комментариев, рассуждайте над этим, местом Священного Писания. Но вот Неемий, двое сыновей, которые там были, их звали Махлон и Хилион. Переводится «болезнь» и «истощение». Такие как бы страшно пророческие имена. Они берут в жены себе моавитянок, что запрещал иудейский закон, что запрещал закон Божий для них. Они женятся. И они тоже умирают там, в этой моавитской земле. Вы знаете, было странным еще одно обстоятельство. Вот этот Элимелех, он настолько там был защищен экономически в Вифлееме, что он сильно рисковал, покидая Вифлеем. Закон Моисеев предписывал, что если кто-то из родственников обеднеет, то кто-то должен взять на себя обязательство заботиться о нем. Даже если он обеднеет настолько сильно, что потеряет свою землю, свой удел, что это было, ну, для евреев это было невозможно, потому что даже если он по глупости продал себя в рабство, продал свою землю, лишился земли, то на юбилейный 50-й год он мог вернуть себе, или же его дети могли получить. Но в любом случае закон предписывал, то есть социально закон Божий настолько обеспечивал и защищал детей Божьих, детей Израиля там, что было неправильно делать тот шаг, который он сделал. И вот там умирает еще Махлон и Хилион, его сыновья. Неемия остается одна. Представьте себе, женщина-еврейка там, среди язычников, среди тех, которые всегда были враждебно настроены по отношению к евреям, по отношению к Израилю. И что она могла подумать? Как вы думаете, друзья? Вот женщина, которая похоронила мужа. Вот женщина, которая похоронила двух своих сыновей. Наверное, у нее был вопрос, а кто следующий? И вот в это время ей доносят и говорят, слушай, Неемия, там Бог посетил свой народ и дал хлеб. Вифлеем Бог посетил, голод прошел, хлеб есть. Для нее это зеленый сигнал, возвращайся, возвращайся к себе домой. И вот она, не раздумывая, она собирает свои уже не с достатком, как она свидетельствует, я ушла с достатком, а вернулась с пустыми руками. Уже, знаете, наверное, там такие пошорканные старые клетчатые, знаете, как в 90-е, клетчатые сумки такие порванные, пожитки эти собрала в бедности, в старой выцвевшей одежде своей, она собирается. И эти невестки, две оба ее, Орфа и Руф смотрят, Неемия, куда ты? И говорит, увы, дочери мои, я должна возвратиться. Я должна возвратиться, Бог посетил народ свой, пойду туда. И она искала милости Божьей. Она понимала, что это было ошибкой, то, что они покинули Вифлеем. И она возвращается. И вот эти дочери, невестки, они говорят, мы с тобой. Она говорит Орфе и Руфи, говорит, слушайте, останьтесь, там будущего нет. Вы моавитяне, это уже много говорит. Там не будет вам уважения, там не будет, там вам будет тяжело. Вы не сможете выйти, тем более замуж выйти, там будет намного меньше шансов. Вы язычницы, в вашу сторону никто не посмотрит. Я не смогу вам родить еще сыновей. Даже если бы сегодня я была с мужем и родила, то у вас нет времени ждать, пока они вырастут. Вы читали эту историю? И вот она говорит, с пустыми руками. Я представляю себе, как эти женщины идут. Знаете, она похоронила мужа, двух своих сыновей в нищете, в бедности. Она возвращается, и вот эти идут и плачут, невестки, и им жалко ее по-человечески. И она, как женщина, убеждает и говорит, слушайте, вернитесь, нету. Руф
Орфа осталась. Попрощалась, поплакалась, поцеловала, вернулась. А Руфь, она говорит Наимине: Руфи, слушай, вот сделай, как сделала твоя родственница, вернись. Знаете, когда женщины так говорят, это сильный аргумент. Сделай, как она сейчас сделала. А та говорит такие слова, которые она не ожидала. Эти слова привели ее в шок. То, что я вам прочитал. Говорит: слушай, ты меня не принуждай даже. Потому что твой Бог будет моим Богом, твой народ. Где ты умрешь, я буду умру. Друзья мои, у меня вопрос. Вот это заявление, которое сделала эта женщина-моавитянка о Боге, что твой Бог будет моим Богом. Какого Бога она знала, вот эта язычница, моавитянка? Вот подумайте, какого Бога она знала? Бога Израилева. Как она с ним познакомилась? Вот та, которая в него верит, Наимень, у нее Бог забрал мужа, детей. Какого Бога она знала? Как она с ним познакомилась? Через смерть своего мужа? Через смерть родственников своих? И вот это слово мое вам сегодня, верующие, братья и сестры, вот это слово веры. Какого Бога она знала? Вот он забрал мужа, твоих детей, а я в него буду верить. Я пойду, он будет моим Богом. Как так? Благословение Божье всегда приходит через испытания. И она не знала, что она окажется на полях Вауза, и что она станет праматерью Христа, язычницей. А Бог ее так благословил и почтил ее веру. Она стала праматерью Христа, Руфь. Она поверила в Бога в час крайней нужды. В тот момент, когда еще не было никакой перспективы будущности, она поверила в Него, когда мужа не стало, трудности пришли, прослав Бога посреди своей болезни. Прослав Бога посреди своей крайней нужды. Прослав Бога, когда тебе хочется плакать и сокрушаться, и сожалеть. Прослав Его, возвеличь Его, потому что там за этим есть великое благословение для тебя. И Бог приведет тебя на это поле Вооза. И Бог приведет тебя в то место, где Руфь оказалась, в нужном месте. Потому что Бог никогда не проходит мимо веры, мимо искреннего сердца. Сердце, которое вот даже в такой час нужды говорит: ты все равно будешь моим Богом. Ты будешь моим Богом. Женщина-моавитянка, у нее не было священного писания в руках. Она никогда не ходила в церковь. Она жила среди темного, дремучего язычества, где поклонялись идолам, где делали грехи и мерзости. И она, по милости Божьей, она говорит: вот я буду верить в этого Бога, я пойду с тобой и умру там вместе с тобой. Это не было, знаете, такая привязанность. Но с другой стороны, мы с вами говорим о служении ближнему, как приобретать души. Хочу, чтобы мы посмотрели на Наимень. Знаете, отношения между, ну это в нашем случае, наверное, в русской культуре почему-то складывается между свекровью и невесткой. Правильно я говорю, да? Ну, такие отношения, такие, знаете, я боюсь даже говорить, не хочу никого обидеть. Но иногда они бывают такие непростые, эти отношения. Но как вот она так послужила, это Наимень, да? Что вот Руф говорит: ну, я буду с тобой, не оставлю тебя. На одной кухне были, там, знаете,
Одна стиральная машина была там, все, ну, как у нас с вами, все точно так же. А как она так приобрела ее? Она была верующей Наимей. Она просто была светом. Она была солью. Она оставалась этим светильничком. Может быть, он немножко, знаете, свет немножко притупился, но она была этим светом. И она служила. И поэтому Бог и ее благословил. Наимей. И это благословение на нее распространилось. То, что Бог воздал, несравненно с тем, что они потеряли. Несравненно. Несравненно больше. Как Иова Бог благословил, так и Наимей Бог благословил. Вот этой Руфью. И быть в числе родственников Христа. Быть в этой святой родословной. Аминь. Знаете, я хочу поделиться вам примером моей тещи. Мамы моей жены, она умерла 1 мая в 84 году после тяжелой болезни. Но я помню, в 90-х годах у нее была очень непростая жизнь. Первый муж повесился, в итоге она осталась одна в недостроенном доме с тремя детьми. Постоянный недостаток, трудности. И вот однажды, когда Бог пришел в их жизнь, она с Леной пришла в церковь, так упали. Как раз это был день, когда Эдуард Анатольевич тоже покаялся. Это был 89-й, 7-й год. И они пришли на открытие молитвенного дома. Вифиль тоже молитвенный дом назывался. И они втроем покаялись. Я потом с Леной познакомился, женился на Лене. И вот я пришел в их семью, узнал, что тяжело им было жить. И вот она покаялась искренне всем сердцем. Валентина Васильевна ее звали. Богу. И в 90-х годах я хочу, говорит, служить, ехать, проповедовать Евангелие. Говорю, мама, куда вам ехать? Сидите, у вас дом, дети, слава Богу, покаялись, молитесь. А Бог через нее говорил. Говорит, а вы тут жить не будете, вы поедете. Я говорю, мама, я никуда не собираюсь. Я родился, вырос в Украине, в Кривом Рогу, а поехал в Пермь, не знал, где это Пермь, но вот там мама пророчествовала, говорит, поедете куда-то, будете служить Богу. И так оно и случилось. Уже 30 лет в Перми. Родился в Кривом Рогу, а живу в 30 в Перми. Так вот, она сама, я поеду служить тоже. Куда ты, мама? А знаете, женщина украинская, такая, лишний вес, коленные суставы разрушены, одного глаза нету. Говорю, мама, куда? Ульяновка, Николаевская область. Село такое, знаете, дома эти еще хаты их называют у нас на Украине, такие мазанки под соломенными крышами. И там остались одни старики. Молодых вообще нету. Вот в Ульяновку меня отвезите. Ну, отвезли ее, какую-то хату там заброшенную нашли, помазали ее. И там была еще такая странная женщина, тетя Света ее называли в церкви. У тетя Света и бабушка Валя, две такие были. И вот они поехали. И как они там проповедовали, как они там приобретали души? Приехали, там все сразу начали подозрительно смотреть. Странные приехали. Все уезжают, они приехали. Они начали всем белить эти хаты. Без одного глаза, слепая, разрушенные коленные суставы, постоянно высокое давление. Она мажет эти хаты, крестила там людей всех этих в селе, там, в речке там, в холодной. Я помню, мы приезжали, я как посмотрел. Эти все старики вымерли. Пришло время, они вымерли, село вымерло. Они уехали оттуда. И вот она была последние 2 года парализована. Я вам скажу, если бы она не была парализована, она бы еще куда-то поехала, наверное. Никаких спонсоров, никаких... А то мы были там, приедем, увидим там, чем могли, помогли, уехали. Они поедут, думаю, надо же. Приобрели души. Сейчас она ушла в вечность. Мать Тереза когда-то рассказывала, я спросила у Бога, просила забрать мою гордость. Бог сказал, нет. Гордость не забирают, от нее отрекаются.
Она говорит, я просила, чтобы он даровал терпение. Бог говорит, нет, терпение так не дается. Оно вырабатывается в процессе испытаний. Я просила у Бога сделать меня счастливой. Бог говорит, нет. Я даю все благословения, возможности, а счастливым быть решаешь ты вот сейчас, сегодня. Руки есть? Слава Богу. Если даже скрипят, они есть. Как один в одной истории приходит доктору, говорит, доктор, с ногой у меня плохо. Говорит, с ногой хорошо, вот без ноги плохо. Вот, а ты радуешься. О, у меня, слава Богу, они скрипят, но они есть. А ты просто принимаешь решение быть счастливым. Денег нет? Да нет, есть немножко, но есть, слава Богу. Ты думаешь, что ты смотришь. Мы когда приехали, Саша говорит, вы знаете, так подорожало все, земля такая. Я еду в машине, я говорю, Саша, я первый раз в Сочи в жизни. Он говорит, тут так дорого, вот этот дом, ой, тут квадратный метр. Я еду потом, говорю, Саш, а мне выйти надо, наверное, землю поцеловать, потому что тут она, у вас столько денег стоит. Я уже не знаю, что мне делать. Ты думаешь, вот эти земли, вот эти богатые машины, вот за этим там радость, улыбки, счастье. Сколько там всего того, что никому не пожелаешь за этим всем. Какой ценой оно все. Самое главное отношение с Богом и друг с другом. Так вот, мать Тереза спрашивает. Она говорит, я просила дать терпение. Бог говорит, нет, терпение в результате испытания. Счастье ты сам решаешь быть счастливым. Она говорит, Господи, научи меня любить. Наконец-то ты попросила то, что мне нужно. Вот нам нужно научиться просто любить людей, принимать. Наимень, как она приобрела? Она любила. Она не говорила, вот эти язычницы, вот у них, да, это у них и отец такой, и дед такой, они все такие кривые, косорукие, косолапые. Вот, не, она просто любила. Просто любила. Она была христианкой. Вот нам нужно быть, принимать людей, смотреть, это Божье творение, это Божье, это творение Божье. Бог смотрит на нас сквозь призму отношения ближнему, меньшему, который там ниже тебя. Вот твои дети, подчиненные. Вот. Я особенно подчеркну сегодня, кто мой ближний. Иисус же не рассказал, ближний там и шел, а там человек в богатой одежде, там на колеснице золотой, и ты ему что-то сказал. Тот, который лежал там. Вот это твой ближний. Те, которые в хосписе, те, которые там дома твои, маленькие дети, и те, которые, может быть, делают косяки. Вот это наши ближние. В церкви вообще мы учимся, знаете, что делать? Кого-то нести, кого-то покрывать, кого-то терпеть, кого-то вмещать, кого-то так обнять нужно, обнимать всех нужно. Кого-то нужно поблагодарить, но мы не учимся здесь льстить, мы не учимся здесь присмыкаться, мы не учимся здесь сеять подозрения лукавые. Мы здесь учимся любить. И Бог нам в этом помощник. А в других вещах Он не может нам помогать, Он не умеет. Он это не умеет делать. Он не умеет сеять подозрения. Он всегда говорит истину. Он всегда говорит правду. Говорит слова любви, правды, истину. Если говорит правду, то с любовью. И открывает это. Поэтому, когда Бог обличает, нам хочется каяться. Нам не хочется от Него бежать. А нам хочется бежать к Нему и каяться. Аминь. Хочу вам пожелать себе и всем моим друзьям, слушателям. Давайте будем учиться просто любить, и мы будем приобретать души для Царства Божьего. Давайте мы помолимся.
Отец Небесный, Господь, славим Твое имя.